Привет, народ. Заказал вот. В общем, что у меня случилось? Из каких-то соображений камера на Insta360X2 на морозе, не было холодно, но и плюс 5 даже было. Начало мне писать сообщение, что запись остановлена, маленькая скорость записи карты. По этой причине. Думаю, странно. Я поставил вторую карту, та же самая беда. Пришел домой, в тепле проверил, все работает. Потом еще что-то пошел снимать, опять та же самая ерунда. Ну, эти карты я не ставил в другие камеры на улице, не проверял. Но пришел к мнению, что это не проблема карты, а проблема камеры. Может быть, конденсат был, может, чего нет, но... Так как я много, когда езжу, путешествую по вот этим вот всяким дорогам, записываю, и 128 гигабайт оказалось мало, приходится их там через каждых 2 часа менять, не совсем удобно, решил заказать 256 гигабайт и 512. Посмотрел информацию, ну карты, камеры должны поддерживать. Возможно, не все камеры будут поддерживать, но как бы такую информацию не нашел, что не должны. Поэтому попробуем. Но, когда заказывал 256, ну, заказал 2. Нормальный ход, все, это 2, как это. А 512, думаю, закажу одну. Ну, заказал, еще я платил, думаю, что-то вроде как там так много, а не туда, ну, как без внимания. Вот, но в итоге я и 512, блин, как я там смотрел, как я там что нажимал, ну, вот и 512, пришло 2. Вот, Lexar, профессионал. Вот, скорость записи 160 мегабит, минимально они обещают 120, но как бы я в 160 не верю. Ну, посмотрим. В общем, вот такие 2 штучки заказал. Вернее, заказывал одну, ну, а пришло 2. Ну, вот, мой косяк. Как я там заказывал, не знаю. Вот. Ну, а здесь должно быть 2 таких. Ну да, здесь та же самая Lexar, та же самая 160 мегабит. Ну там была 150 и 160 на 5 долларов дороже. Она так заказала 160 мегабит скорость записи. Вот. Ну, V30, это же у них гарантированная, да? По-моему, если я правильно, если я не ошибаюсь, V30 это гарантированная скорость записи. Но, не знаю, не буду утверждать. Вот, так что вот посмотрим, господа, китайцы выручили в очередной раз, но это я сразу могу и убрать. У меня тут есть такой чехольчик, сейчас я вам покажу, тоже покупал у китайцев. Ну, классная штука, что это, вот у меня там и переходнички есть, это, так, покажу сейчас вам сразу, такой, он я не проверял его на водотесность, ну, на воду. Но вроде выглядит, что это как его, что и непромокаемый он. Сейчас, секундочку, уже расклею. И так мы туда их сразу положим. А я потом в ближайшее время поставлю на GoPro-шку. Она у меня вечно стоит на дорогах. Вот если это будет... Но это именно для GoPro-шки брал в первую очередь. Ну или 360, если потянет. Ну, не нашел, ограничения не нашел. Да, вроде писали до терабайта должно быть. Ага, что-то как-то думаю, что это я не то сделал. А нет, здесь такая, здесь нет. Ага, здесь есть, а здесь нету. Ага, здесь просто в этом. Ага, вот как, ну ладно. Здесь коробочки дали, а здесь нет просто. Так, хорошо, сейчас это мусор выброшу. Вот такой вот, ребят, такой же вот чехольчик еще. Ну вот и здесь у меня лежат карты. Это карты, которые пустые, а когда, ну, полный загружаю, так загружаю их сюда. Ну вот сейчас мы эти сюда как-то тут тогда сделаем, чтобы было место. Это переходнички. Вот, на всякий случай, это еще даже карта, по-моему. Ну, будете смеяться. А, это карта памяти с этим.
С картами Европы. Так. Но эти у нас такие... Так, это у нас... это у нас 256. Сейчас мы ее... Как же ее открывал? Что она уже не открывается? Ага. 256. Так, ну мы их поставим... Когда мы сделаем 256, сделаем... Так, как? Вот так она должна быть. Вот так. Раз. Ой, не попал. Так. Раз. Еще 256. Два. Так. Ну, а 512... Для интереса сейчас 512 попробуем вставить... Нет, 512 мы поставим сюда. Чтоб у нас это отделение будет... На это. А 512 сейчас попробуем поставить в инсту, если будет поддерживать или нет, для интереса. Ну, а тогда, получается, записанные карты буду вложить сюда. Так, одну сейчас поставим, посмотрим. Вот. Так, ну, это нам мусор тут не нужен. Это тоже не надо. Но сейчас для интереса. Сейчас сразу поставим, если будет работать. Так, карта, наверное, где-то здесь недалеко. Вернее, карта, камера. Так, а ну. Проверим ее очень быстро и легко. Нажмем сейчас сразу запись. Камера, если камера пойдет записывать и ничего не напишет, ну, значит, поддерживает. Ну, идем на, пробуем. Ну, все, запись пошла. Вот 2 секунды, 3 секунды, ну, вот видите, красным горит, все, записывается. 10 часов 49 минут. В разрешении 5,7К. Ну, нормально. Вот это то, что... Вот это то, что я хотел. Класс. Так, замечательно. Выключили. Все, в общем, запись тут. Значит, так, Инсту мне поддерживает. Теперь осталось проверить эту GoPro-шку. Потом Pocket второй. Ну, нормально. Так, это мы пока вставим, потому что там кое-что надо снять, скачать, еще записать потом. Вот. Ну, а на дроны мне хватит и этих, этой мелочевки. Так, ну, а вот тут этот, ребят, вот еще этот тут адаптер. Вот. Раз вставил сюда этот, сюда SD. Да, SD. SD и микро. Да, да. Угу. Все так, что вот потом в компьютер, если нет, то коньячка. Ну, классная штука. Вот это вот, если у кого нет, то рекомендую всем. Вот это у меня есть еще на SD большие. Вот на такие, вернее, нити не SD, а вот эти, которые для, как же они называются, SHDX, как-то так они. Вот, ну, такие побольше карты. Тоже покупал для Mac. Ой, для Mac, это, для Canon, для Mark. Для Mac, вот. Вот, там тоже это... Есть такая штучка. В общем, вот так вот. Ну, вот, как бы не проверял, но должно быть водонепроницаемый. Ну, вот, такие штучки. Ну что, ребята, ну вот, девиз у нас один и тот же. Хорошие игрушки, хорошие инструменты, хорошие люди. И должны этим всем пользоваться. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.